Итак, друзья, попали мы с вами опять в паровое подземелье. Можем видеть, что, по всей видимости, уже здесь нет этих всяких неадекватных таких разбойников, которые все проносят и не дают нам толком даже пробежать по данжу. Сдадим сразу квест один. Может, призыватель Ветра Коготь и Вада Крат. Может быть, теперь нам удастся обеспечить истрадавшую землю столь необходимой ей водой. Конечно. Так. Побежали. Воскрешение. Так, бежим, бежим, бежим. Хлоп. Разваливаем все и всех. По-быстрому. Хрена не видно. Кто? Где? Еще почем там вообще непонятно. Так. Водяной элемент, который в прошлый раз расписал нам тут по первое число. Кожа. Интеллект, выноска. Не, ну вообще, блин, я не понимаю, на ханта хоть что-то тут, блин, падать будет. Капец. Личненько. Так, а это что за сфера? А, это маговская. У нас что, два мага? Раз маг. Два маг, да. Два мага. Жестяк. Два мага, это жестко. Да ё-моё, то что мы всех... А, это, по всей видимости, один из магов. Всех из сумоника. У меня нет цели. Мне нужна цель. У меня нет цели. Отлично. Всем ввалили. О, вот это правильно. Этого болотного властелина. Так, давай редирект. А тут сейчас поумирают еще. Бестолковые. Давай, 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 прыжочек. Да, дабы не получить тамбло. Не достаю. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Так, даю редирект на медведя. Вау! Это вообще нехорошо. Опасно. Мне нужна цель. Так, а что у нас, хил где-то пропал или в чем проблема? Нет, хил на месте, все на месте. Волны исцеления проходят. А у нас мах, походу, такой. Дофига танк. Нужно подойти поближе. На. Все получили. Гидромант. Понеслась. Раз, два, три. На пул ее, как табло. Осталось, ну, совсем чуть-чуть и добили. Оп, на 6 косарей и выписал. Not bad. Очень даже not bad. Так. Еще там панель управления заюзали. Куда нам? Я не шарю, поэтому...
Поэтому пойдем просто тупо бомбить всех. Ну то сейчас прыгнем куда-то там в болото, там в итоге нас пираньи сожрут к чертям. И все, и будет не камелипо. Правильно? Правильно. Эх, ух ты, какой вид дом у нее. Ничего такое. Лютая коса со знаком орла. Not bad. Кто-то все такую косу выхватил. У меня нет цели. Я пока не могу включить это. Да. Мне нужна цель. А мы идем дальше. Так, а вот здесь я даже не помню. Нам, по-моему, куда-то направо. Справа там, по-моему, босс будет. Мы его убьем. И потом сможем попасть за эту центральную дверь. По карте, да? Да. Все-таки я прав. У меня нет цели. Ой, нехорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, прыжочек. Опа, отлет. Я пока не могу включить это заклинание. Так, где медведь? Это заклинание еще не готово. Надо. Вообще не камильфо, так надо, давай, мы по кастерам работаем. О, все отличненько получилось. Конечно, нам чуть табло не вырвали, но это мелочь. Слишком далеко. Так, лупим ногом дальше. Раз, два, три. Отлично. А мы идем дальше. Опа, это кто? Землепряд. Землепряд, здравствуй. Ты что здесь делаешь? Спасибо. Бандюки, помогите мне, рабы, ща мы дадим тебе. Все. Рабы, вы свободны. Отдыхайте. Не сейчас. Я пока не могу. Да, ну вот эта задумка такая прикольная сделать, чтобы рабы так именно типа помогали, а потом сваливали после убийства. Узнаем, что такое боль. Давай попробуем узнать сейчас. Оу, какого хрена? Так, пустить. Нам надо черепаха моя. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. В принципе, я смотрю, надо там нормально так бегают парни. На черепаху редири. Ой-ой-ой. Зал, отлично. Черепашка. Черепашка все-таки помогла. Не сильно, но помогла. Так, помрите вы, гоблины. Ой, гоблины. Это липергномы, походу, да? Да, зеленые, значит, липергномы. Маска. Маска кары. А ну-ка. Да. Как сетовский. А мы идем дальше. Не, нам только надо рубильник дернуть, а там он уже дернут его сейчас. Заюзал. Хорошо. Мы бежим. Бежим, 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 бежим. Так, и сейчас нам направо.
О. Так, где там танк? Танк здесь. Почему не могу? Непонятно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Ну, так перенаправление Я и... пока не могу прочитать. Заклинание еще не готово. Счета. Мне нужна цель. Но почему я не могу на медведях еще переправить? Странно, может. Ой-ой-ой. Что я погорячился. У меня нет цели. Так, кстати, надо было Я черепахи пока не могу выключить уже. использовать эту способность. А то оно Мне как нужна цель. выхватит двоечку. Стоять. Надо подождать. Понятно. Это заклинание еще не готово. Давай, давай, давай. Я пока не Оба, могу пошел. прочитать это заклинание. Надо подождать. Залп. Не сейчас. Отлично. Лупим дальше. Это заклинание еще не готово. У меня Хорош. нет цели. О, у нас, походу, сейчас пройдем данж и Мне будет нужна цель. левел ап. У меня нет цели. Так. Гордитесь, что сумели Мне справиться с нужна цель. Радуйтесь. Я пока не могу прочитать Нашему это делу заклинание. никто не помешает. Сейчас Надо посмотрим. подождать. Еще не готов. Раз. Все только Два. А, надо развалить резервуары. Не сейчас. Это заклинание еще не Оп, готово. все. Надо подождать. Еще не готов. Резервуар развалили и дальше вообще с оперативненько сольем. Лови двойку, Пока ба! не могу Давай, давай, прочитать давай, эту ту-ту! способность. Ай-яй-яй, уклонение, вот шакал. И отлично, и 68 уровень, и ачивочка. Кольчуга не нужно, это не нужно. Что ж, куда дальше? Ага, дальше нам делаем вот таким макаром. Перенестись из подземелья, а потом обратно в подземелье. И таким образом сможем сдать квесты. Так, кинет нас в самое начало. Так. Что привело тебя Теперь сюда? успешно можем сдать бесславный конец. Мне жаль, что до этого дошло, но наги не дали нам ни одного шанса решить дело миром. Ух ты, что это за ачивка? Добейтесь превознесения своей гильдии. О, это да. Ничего себе. Старайтесь сделать все как можно тщательно. От этого зависит судьба всей Занграда, конечно. Я рад, что нам удалось остановить эту заразу, пока она не успела расползтись по всей Занграду. Спасибо. Рад помочь. Так, ну а на сегодня, друзья, все. Встретимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.